В рамках закрытия месячника военно-патриотической оборонно-массовой работы в 6-й средней школе Карачаевска прошло открытие парты Героя России Хамзату Бадахову. В мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов Карачаевского городского округа, работники образования, сотрудники различных силовых структур. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Двор 6-й средней школы имени Героя России Дугерби Узденова украшен различными боевыми машинами. Здесь ощущается атмосфера тех далеких военных лет. В такой обстановке встречают всех гостей. Здесь каждый может попробовать на вкус солдатскую кашу, сваренную на костре. А в актовом зале образовательного учреждения для всех организовано было красочное военно-патриотическое мероприятие. Знаковым событием в день закрытия месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы стало открытие парты Героя России Хамзату Бадахову. В 1937 году добровольно ушел на службу в Красную армию и поступил в Тамбовский военный кавалерийское училище. Право открыть парту героя было предоставлено сыну Героя России Рамазану Бадахову. Он поделился своими воспоминаниями о героической жизни своего отца и подчеркнул, что подобные мероприятия воспитывают любовь к родине и сохранению памяти великого подвига наших предков. Они стали героями не только потому, что были смелые, мужественные, таких было много, среди карачаевцев большинство, просто они еще были обучены военному делу, причем обучены серьезно. Они были, что называется, командиры поля боя, именно им предстояло встретиться с немецкими командирами и их войсками, ну и они не посрамили свою родину. Гости мероприятия отмечали, что именно благодаря храбрости наших солдат в период Великой Отечественной войны мы живем в мире и благополучии, и поэтому в наше время нам необходимо сохранить единство и сплоченность, чтобы подобное больше не повторилось. Они спасли нас всех от коричневой чумы фашизма, показывая образцы мужества, совершая подвиги. Ради чего? Ради независимости нашей страны, наших народов. Ради этого дня, ради того, чтобы наша страна была независима. Заместитель председателя Совета ветеранов Карачаевска Ракай Алиев подчеркнул, что именно на таких мероприятиях формируется патриотическое сознание подрастающего поколения. Более 100 народов поднялись, Советский Союз защищали. 4 года не щадили своей жизни. Сколько отдали? Для них была честь дороже жизни. И точно так же воевали в Афганистане, и точно так же сейчас воюют на Украине. Там погибают наши 20-летние, 30-летние, 40-летние, 50-летние. Кто заставлял 50-летние идти? Они добровольцы, потому что у них воспитание, у них духовность. А где это? В школе, в садике, в университетах. Школьники читали стихи, исполняли песни военных лет, удивляя всех яркими танцевальными номерами. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.